Имущественный вычет при исчислении подоходного налога с физических лиц по расходам на строительство или приобретение жилья – одна из мер государственной поддержки тех, кто находится в процессе обретения собственной жилплощади. Однако стоит помнить, что для его получения существует ряд обязательных условий. Воспользоваться правом на получение имущественного налогового вычета по расходам, понесенным на строительство либо приобретение жилья на территории Республики Беларусь, имеют право граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющие налогооблагаемый доход. Право на применение имущественного налогового вычета также имеют члены семьи такого гражданина, которые также состоят на учете. Здесь подразумевается супруг, супруги, дети, которые на момент несения расходов не состоят в браке, и иные члены семьи признаны таковыми в судебном порядке. Пакет документов, которые необходимо предоставить для получения вычета, определены 166 статьей Налогового кодекса Беларуси. Имущественный налоговый вычет предоставляет по всем понесенным расходам и в пределах налогооблагаемого дохода. При этом, если в текущем календарном году плательщик воспользовался имущественным вычетом не в полном объеме, он переносится на последующие налоговые периоды. Если по каким-либо причинам по ранее понесенным расходам плательщик не пользовался вычетом, следует помнить, что пересчету подлежит сумма подоходного налога, уплаченная в бюджет с момента уплаты которой прошло не более 3 лет. Воспользоваться своим правом на вычет физическое лицо может только единожды. Повтор невозможен даже при покупке или строительстве иного дома или квартиры, за исключением случаев использования вычета до 2006 года. Получить уменьшение налоговой базы можно, предоставив агенту, организации или налоговому органу необходимые документы. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте Министерства по налогам и сборам.